Очередной ролик в школе Павла Баженова. Меня зовут Павел Баженов. Сегодня у нас 22 октября. Такой плодотворный день, уже второй ролик снимаем. 2013 года. Питер. Тема ролика «Лесенки в очень коротких стрижках». И это отдельная тема, как они выглядят, как они получаются и как их убирать. Но как выглядят лесенки, наверное, многие знают, когда видят какие-то косяки в стрижках в мужских, или когда ученики или начинающие мастера начинают делать тушевку, и у них не получается выполнить либо плавный переход, либо качественную поверхность, и вот появляются вот такие горизонтальные полоски. Они могут быть и на более длинных волосах, могут быть на более коротких. Я не знаю сейчас, насколько будет видно на видео, но вот для девочек, которые здесь стоят, сейчас вот подойдите сюда, да? Понятно, что вот это лесенка. Ну, даже и сам ирокез, это тоже можно назвать лесенкой, да, вот такую четкую горизонтальную полоску без плавного перехода. На ровной, ну, на коротких волосах тоже бывают вот такие лесенки. Частным случаем лесенки является выстриг, когда вот просто в одном месте где-нибудь чик и вот, ну, вот такое пятнышко. Вот. Так они выглядят. Сейчас мы рассмотрим, как они получаются, и, ну, естественно, как их убирать, то, что вы должны знать. Как в основном получаются лесенки? Я вот подумал, на мой взгляд, это двух видов источник, как получаются лесенки. Давай, может быть, немножко вот так вот отсюда, с этой стороны. Лесенки получаются, если вести так, как мы учим изначально, и делать тушевку плавно, то есть вы так ведете, вот так вот плавно, все, не дергая ни эту руку, ни эту руку, то лесенок получаться не должно. И как это так стричь, у нас есть многочисленные ролики, сейчас тема наоборот, как лесенки получаются. Вот самым главным вы должны понимать, что лесенки получаются, когда у вас вот так вот ножницы ходят вот так в плоскости, вот биение ножниц вот такое происходит. Либо оно маленькое, либо оно вместе с расческой, либо расческу вы ведете прямо, а ножницы... Вот если вы так вот будете делать, то у вас здесь непременно возникнут вот, вот такие лесенки. Либо второй случай, это когда вы берете насадку 3 мм, например, ведете до сюда, а потом берете насадку 6 мм и ведете дальше. Вот в этом месте, да, если вы берете двумя насадками, то обязательно возникнет такая полоска, которая, ну, вот этот перепад длины от 3 мм к 6 мм, ну, а тем более, если от 3 к 9, это очень будет заметно. И вот такая будет лесенка, так по всей голове, и ее нужно будет обязательно уметь убирать. Понятно, да? Понятно, как выглядит, что это такое, что надо на них обязательно обращать внимание, потому что бывает, что ученики приносят стрижки на проверку или подзывают там на моделях или на болванках, и ты смотришь, но они же сразу прямо бросаются в глаза, эти лесенки, а ученики уже как будто сдают на проверку и спрашиваешь, ну разве ты не видишь? Вот видишь, тут лесенка, чувак, ну да, я вроде не знал, что на них надо смотреть. То есть обязательно, чтобы ваш взгляд это точно ловил. И такая тема. Вот у нас есть тема самопроверки, там симметричность, гармоничность, мы проверяем стрижки, безупречность и соответствие заданным параметрам. Вот эта тема лесенок, она к чему относится, как бы вы считали? Безупречность. То есть безупречность поверхности. То есть если поверхность безупречна, на ней лесенок нет. А если мы видим лесенки, то значит поверхность не безупречна, и их надо исправлять. И вот сейчас я расскажу, как эти лесенки исправляются, но мы сделаем такой небольшой финт, что снимем отдельный ролик для учеников нашей школы о том, как лесенки убираются. А всех остальных, кто будет смотреть этот ролик в интернете, пригласим в нашу школу для того, чтобы увидеть, как же это все технически происходит. Спасибо.